Ну, прикинь, это Радика забрали. Да? Да, сегодня уезжает. Ну, в учебку пока. Потом сказал, через 2 недели на Украину отправят Тут новости плохие. тоже. А? Вот, я без хохлы говорю, наступление готовит. Думаю, И что вы... если успеем, Но вы... если успеем. Здесь все хана. То есть вы сейчас этот обступаете уже прямо сейчас, это Нет, уходите? сейчас, ну вот, пока мы единственные остались, кто тут остался. А что вы не уходите? Ну, там команды нету. Капец. Когда должны уйти? На день-два. А сколько человек у вас? Человек 100-150. Это из всего батальона, что ли? Да. Остальные либо 200 или 300. Ну, командир, у вас что, бестолково, что ли, что? Я говорю, вся армия такая. Ну ладно, давай, живой. Но то будет, не знаю, тут вообще жопа полнейшая.